Кто не был на войне, не имеет права судить о том, что происходит с людьми там, какие там испытываются эмоции, чувства, какие оттуда привозятся. Но это больше относится к словам прозвучавшей песни, чем к тому, что мы увидели на льду. Ребята откатались по-чемпионски. И Илью Авербуха они обнимают и поздравляют не зря, потому что лишь в спорах рождается истина. Я понимаю, как нелегко Илье работать с Катей Гордеевой и Егором Бероевым. Оба личности, оба со своим мнением. Но вот когда происходит консенсус, когда эта троица приходит к общему решению, вот тогда рождается такой шедевр. Не боюсь этого слова. Действительно шедевр. Не смотришь здесь за коньками. Споткнулся, не споткнулся. Удержал, не удержал. Здесь смотришь за тем, чтобы не пропустить какой-то важный жест, важную эмоцию, которая в каждом движении. Это так здорово поставлено и производит такое целостное впечатление, что не хотелось, чтобы танец заканчивался. Тут какой шикарный сделал. Екатерина Гордеева, Егор Бероев, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Но ты ее еще будешь. Оценки за артистизм. Смутное ощущение, что мы нас выиграли. 6-0, 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
Конечно. Если бы ребята выступали вот с этим номером на чемпионате мира, как ты думаешь, какое бы место они заняли? На нашем чемпионате первое. Последнее. А вообще, на самом деле, каждый раз говорить, какие потрясающие делают ребята элементы, это, наверное, им немножко надоело. Я просто вот в этот раз поймала себя на мысли. У меня полное ощущение, что они еще обладают искусством гипноза. Потому что, ну, смотреть на них и пытаться оторвать взгляд, это невозможно. Это какая-то бешеная энергетика, вот что просто вот... Не знаю, не каждому спортсмену дано. Конечно, я понимаю, что Егор, он актер, великий актер, и Катя великая чемпионка, но вот, и, наверное, вот это вот сочетание делает их такой замечательной парой. Я в восторге в очередной раз. Спасибо большое, Таня. Антон, тебя ребята тоже загипнотизировали? Да. Это действительно так, и каждый раз, когда я смотрю на Катю с Егором, у меня возникают определенные мысли в голове. И вот сейчас, после их катания, я попытался несколькими словами объяснить то, что я чувствую, глядя на это катание. Стиль, самоотверженность, бесстрашие, красота, дерзость, интеллект и в конце всего этого – победа. Замечательно. Спасибо большое, Антон. Катя Анатольевна. Пожалуйста, ваш логический ряд. Ну, я начну сначала об элементах. Новые, выученные, сложнейшие элементы, такие как подкрутка, совершенно с другим положением в конце, когда он ее ловит. Он не боится кататься и поворачиваться во все стороны. Владеет вращением, поддержками, поворотами, разными поддержками. Она не боится прыгать к нему в рыбку. Да, браво, браво. Но это еще не самое главное. Главное то... что при этом поразительном таланте Гордеевой Бероев ее ведет.
вести у нас здесь, когда ведет партнер, это самое главное. Но он же не профессионал. Он прекрасный актер. И вот это, конечно, прекрасное качество, что он заполняет своим артистизмом весь лед. И мы находимся от этого в этой гипнотической зависимости от них. Я думаю, что у Егора сегодня был нелегкий день. Он преодолевал себя. А это тоже качество. Не последнее для нашей жизни и для профессии. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Егор, и сразу к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что вы, наверное, уже привыкли ко всем 6-0, и, наверное, совершенно искренне вы в том, что и не думаете вы про оценки, но, может быть, тебе хочется получить один раз 5-8? Ну так, чтобы как-то вот... Или 5-9, чтобы понять, куда стремиться, нет? Ну, не, я... Так, честно говоря, мы не можем привыкнуть к тому, что нам ставят каждый раз, потому что мы... Все равно, вот я сегодня, я катался в свое удовольствие, и Катя знает, и она тоже меня поддерживает в этом. Но мы, сегодня вымученный был номер, сложный, очень трудный для нас. И мы, честно говоря, не рассчитывали на то, что нам поставят все 6-0. Но мне кажется, вот слова, которые говорили, для меня, я вот даже ничего не могу сказать, у меня нету слов, я... волнуюсь больше от того, что говорили, нежели от того, что мы танцевали. Самое главное – это вера в партнера, друг друга, да. Вот я говорю, Кать, когда ты в меня веришь, у меня все получается. Когда не веришь, я говорю, я не фигурист, но я вот настолько, насколько я знаю, я поеду. Настолько, насколько знаю, я подыму, там, подброшу. Поэтому ты просто верь в меня, и все будет хорошо. Спасибо тебе большое. Ты веришь в меня? И, Илюша, спасибо, что ты в нас верил. Да вам просто всем повезло друг с другом. И с Ильей. И мы вас тоже верим и любим вас. Удачи, молодцы. Спасибо.